Всем привет, дорогие друзья. Знаете, что сейчас делает какао? Я думаю, что вам будет сложно догадаться, что он делает. Ну, кто-то подумает, что он просто упражняется, что ему, возможно, мало места. Вот в этом боксе. Короче, я только что это поняла. Я сама только сейчас это заметила, я удивлена. Короче, таким образом он метит крышку. Я думала, что хотя бы крышку мне не нужно мыть, но вот только что он лазил вот так вот и метил крышку. Он прекрасно ориентируется вверх ногами и знает, где именно вот эта вот деревяшка, куда можно спускаться удобно с крышки. И он, зараза малая, сейчас пометил крышку и начала вот сейчас вонять сильней. Просто капец. Вот сейчас начала прям вонять. Прикиньте. Я в шоке. Боже мой. И теперь он с чистой совестью пошел кушать. Молодец, мальчик. Жизнь прекрасна, да, какао? Только что его взвешивала, весит 35 грамм, пацан. А шафранчик весит 36. Ё-моё, я стоять тут не могу. Я сейчас пойду мыть крышку от его меток. Но хотя это поможет ненадолго, потому что через несколько минут он может опять так забраться и пометить крышку. Да. Вот такие вот они, мыши. А от Люсеньки вообще запаха никакого. Она писает в один уголочек. Я тут у нее убрала. Были желтые опилки мокроватые. И все. Красота, чистота. Пойду открывать двери. Всем пока.